Приокском на улице Карла Маркса прошел субботник, в котором приняли участие жители района и не только они. Этот проспект уже не один десяток лет украшает район. И рязанцы, дабы поддержать его состояние и показать пример молодому поколению, вызвались на общую уборку, причем с удовольствием. А вы знаете, грязь надоела. Грязь надоела, она повсюду. Я поражаюсь, какую грязь там развели. Ну, я имею не себя лично, нас, а всех жителей. Поэтому хочется жить в чистоте. Ну вот и вышли убрать. Очень приятно, что наконец-то до этого сквера нашего очередь дошла. Здорово. Вот мы тут в соседних домах, вот старшие по дому. Мы очень рады, что здесь можем выйти погулять. Тут вот очень много желающих, чтобы поставили лавочки, провели свет, скамеечки, чтобы были. Ну и еще люди просят, чтобы тут хотя бы была бы еще народная дружина, ходили хотя бы хоть вот. Потому что здесь у нас вот две точки такие, вон видите, забегаловки. Тут может быть уборка какая будет. Сейчас вот мы уберем, а вечером что здесь будет. Ну, надеемся на народ, может, все-таки сознательность наша людская будет брать верх. Во-первых, важно тем, что мы пример показываем и молодежи, и среднему поколению. Вот. И то, что мы вот такие энтузиасты и отзывчивые люди. Мы в Конищеве вот живем. Однако же мы сюда пришли по зову сердца, от души, потому что здесь тоже живут люди. Но эта территория, если ничейная, то надо кому-то убирать. Дворников здесь не предназначен, поэтому мы вот своими силами, ТОС, наше городское вот управление наше, и призвали нас, а мы с удовольствием. Но просто собрать сухую траву и подмести недостаточно. Аллее требуются как минимум скамейки и урны. И здесь без помощи городского руководства никак не обойтись. Очень важно, что на этот субботник активно вышли местные жители. Их никто специально не оповещал. Они вот увидели здесь суету. Здесь очень много людей, которые, просто вот увидев у себя в окне то, что тут убирается, вышли вместе со своим инвентарем сюда, нам на помощь, что называется, да. И на самом деле есть очень хорошие планы, потому что не просто вот убрать здесь разово, локально, да, а вообще посвятить благоустройству этого сквера определенное, скажем так, время и желание. Такие скверы, как, например, этот, это территория городского значения, и как бы за это отвечают не только городские службы, да, но и отвечают все жители города за чистоту, порядок, уют таких мест. И поэтому мы посчитали себя правильным и даже, можно сказать, делом чести и долга сюда приехать с разных районов города. Это, кстати, совместно, в дружеской атмосфере, на принципах добрососедства, отметить День местного управления в труде. Ну а пока мы наблюдаем хорошо организованную совместную работу жителей нашего города и его руководителей. И это, по мнению большинства участников субботника, наиболее эффективная и полезная практика.